Жители округа попались во всемирные сети. В Югре накануне отметили День интернета. Его празднуют уже 20 лет. Отмечу, что сейчас число пользователей интернета в России достигает 80 миллионов. Из них 1 миллион – жители нашего региона. Во всех 22 муниципалитетах прошли сотни тематических мероприятий. Интерактивные площадки, викторины, квесты, дискуссии и многое другое. О том, какие технологии сейчас главенствуют в Югре, узнаете из следующего сюжета. То, что когда-то было лишь воображение фантастов, теперь наша обыденная действительность. Например, шлем виртуальной реальности уже не кажется нам чудом. Гаджет служит не только для игр. Сейчас это технологическое волшебство стоит на страже окружного туризма. Ученые из ЮНИИТа придумали способ посмотреть всю игру, не выходя из дома. Прямо сейчас я одновременно нахожусь и в Ханты-Мансийске, и в Сургуте. Технология видео 360 градусов позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир. Так можно посетить практически все города округа. Именно поэтому проект называется «Югра туристическая». Специалисты говорят, что создать видео в формате 360 градусов довольно просто. Нужен лишь дрон и несколько камер. Их используется несколько, 6 штук. Они стоят по кругу. Одновременно запускаются и производится съемка. Потом в специальном программном обеспечении видео со всех 6 камер склеивается и получается видео 360 градусов. Единственное, куда очки не позволяют заглянуть в прошлое. Еще несколько лет назад доступ к интернету в Югре был далеко не во всех районах округа. Сейчас же у 90% югорчан есть доступ во всемирную паутину. Регион находится на 2-м месте в России по этому показателю. С техническим прогрессом умнеют не только люди, но и целые города. Уже через несколько лет Сургут и Ханты-Мансийск должны получить новую цифровую инфраструктуру. Она позволит сделать жизнь горожан комфортнее, а управление муниципалитетом рациональнее. У нас уже много сделано. У нас есть уже там движение за автобусами, да, табло на остановках. И та инфраструктура, которая есть, ее нужно использовать обязательно, чтобы не дублировать затраты. И сейчас этот концепт подготавливается, и уже вот в ближайшее время будут поэтапно, посервисно запускать эти модели. Умными становятся не только города, но и дома югорчан. Установив специальные датчики в квартире, можно всегда знать о том, что происходит внутри, когда вас нет рядом. Умный дом сам отправляет уведомления на смартфон. Вы можете управлять конкретными электроприборами, включать, выключать. Теперь больше нет проблемы забытого, вот выключенного утюга. Можно всегда зайти и выключить. Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без интернета. Практически у каждого есть смартфон и компьютер, которые дают доступ к миллиардам терабайт информации. И такой скачок в технологиях произошел всего за 20 лет. Если раньше Югра была в отстающих, то теперь это один из самых технологически развитых регионов в стране. Василий Сысуев, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.